Игнорировать масочный режим не стоит, говорят специалисты. В России показатели заболеваемости коронавирусом выросли на 25%. В больницах разворачивают дополнительные койки для ковид-больных. Красная зона расширяется и в Мытищах. На сегодняшний день в городской больнице находится 207 пациентов с диагнозом ковид. Из них 22 человека лежат в реанимации, и еще 100 находятся на кислороде. Лишь за последние сутки туда поступило 46 пациентов. Самым надежным способом обезопасить себя и своих близких по-прежнему остается вакцинация, резюмируют специалисты.